Привет-привет! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Сегодня мы будем делать... Бутерброды! Сэндвичи! А с чем сэндвичи-то будете делать? С сыром и колбасой. И маслом. Ну, так, ну давайте. Кто будет делать с колбасой? Алиса, я, наверное, колбасой. Будет делать с колбасой, а Егор будет делать с сыром, да? Да, я буду... Из чего будем делать? Так... Сначала два. Специальный хлеб для вкусного сэндвича называется Харрис, да? Берем ножик. Ну, давайте. Отрезаем его чуть-чуть. Столько, да? Ну, смотри, сколько, чтобы это, чтобы не сильно жирное было и чтобы масло нормально было, чтобы хлеб, чтобы сэндвич не подгорел. Для меня. Вот столько, да, Надя? Ну, Маш, столько. Мы же с тобой будем кушать. И ты будешь кушать? Да. Ты тоже сэндвичи любишь? Да. Ну, здорово. Я люблю почти его, как же бургеры. Бургеры? Да. Но это будет сэндвич. Так. Сейчас мы будем масло. Так, ну на другой теперь клади масло. Посерединке клади. Как я его давлю? Все, Алиса, не надо давить. Вот Егор положил, и ты сейчас, Егор, так, все, все нормально. Не надо, Алиса, размазывать, ты не размажешь. Все, Егор, командуй, что дальше будешь делать? Дальше мы будем ложить сыр, да? Ложи. Я хочу тоже. Давай, сначала, наверное, нужно положить бутерброд в сэндвич тостер, да? А потом уже ложить сыр. Егор, по-моему, так сначала сэндвичи делаются. Как? Ну, сначала сэндвич ложится на сэндвич-тостер, да, а потом сверху сыр кладется. Угу. Ну, давай. Алиса, подожди, подожди, подожди. Куда ты уже сыр положила? Егор сейчас будет ложить вот это, хлебушек. Егор, нож положи, поклади, чтобы было тебе удобно, удобно ложить. Сначала вот это что-то вот. Ну, маслом, по-моему, нужно вниз ложить, насколько я понимаю. Да? Я сама ложу. Давай. Подожди, Алиса, Егор там будет ложить, потому что тебе будет неудобно. Так. Дальше мы берем сыр. Ну, второй-то тоже ложи, раз Алиса тебе подает. Так, теперь мы берем сыр. Да второй положи сначала. Рядом, рядом, рядом. Рядом? Так же, как ты положил тот. Вот так вот. Так. Вот, теперь ложи на один, кладите на один бутерброд сыр, а на другой бутерброд колбасу. Будет, потому что один бутерброд у нас с сыром, а один бутерброд у нас будет с колбасой. Нет, Алиса, ну один бутерброд с колбасой пускай, а один будет с сыром. Твой будет сыром? Да. Ладно. А на другой клади тогда рядом, клади колбасу. Еще. Так. Рядом? Рядом, да, на тот вот. Угу. Так. Теперь еще прям хлеба? Ну, сверху, да, еще один. Это же будет сэндвич, чтобы между ними был сыр и колбаса. Все, закрывай теперь. Что, закрывать? Почему закрывать? Ложи, накладывай хлеб сверху. Так, на хлеб сверху масло опять, да? Да. Вот сама размазывать. А размазывать не надо, оно растает. Только так клади. Так, на второй тоже. Да, на второй тоже. Ну, ты сильно много кладешь, Егор. Он будет очень жирный. Чуть-чуть. Вот, вот столько хватит. Так. Все, Алиса, не надо размазывать. Теперь накрывайте те кусочки так, вторыми да? кусочками. Да. Включаем, закрываем и включаем. Да, чтобы защелкнулось. Так, Егор у нас первый раз делает. И нажимай на кнопочку, чтобы включить. Кнопочка внизу. Да. Вот дети приготовили папе бутерброды на завтрак. Да, чтобы ты
Еще несколько тренировок, и бутерброды будут каждый день получаться замечательные. Что, Алиса, ногу ударила, да? Нет. Ну, присаживайся. Сейчас, пока бутерброды будут жариться, что-нибудь расскажи нам. Что Алиса хочет рассказать? Ну, спой песенку какую-нибудь. А, Алиса? Алиса, что у нас там с нашим? Ну, чтобы нам не скучно было бутерброды ждать. А? Алиса спряталась. Ну что, мы так сколько тебе будем бутерброды ждать, когда они нам приготовятся? Ну расскажи что-нибудь. Называется песенку. А какую песенку ты хотела спеть? Ты же хотела что-то спеть. Нет? Ой, какой хвостик у Алисы замечательный сзади. Он танцует у Алисы. Танцующий хвостик, да? Очень танцующий. Вот сиди к нам хвостиком, чтобы мы хвостик твой видели. А лицом к нам не поворачивайся. Мы будем на твой хвостик смотреть. Ну ладно, сейчас будем... Во, Алиса повернулась к нам. Ну что там, Егор, как? Пока красная горит. Ну тогда ждем. Подсвечники даже есть? Да. Ну давайте будем ждать, пока приготовятся наши бутерброды. Так, ну что, мы ждем, пока готовятся наши сэндвичи, да? Зеленая кнопочка, зеленая там, это, зеленый огонечек еще не загорелся, Егор? Нет. Значит, ждем. Что, Алиса, хочет посмотреть? Да? Тут тоже не загорелась зеленая лампочка. Зеленая лампочка? Нет. Не загорелась еще? Нет. Ну, ждем, когда загорится, да? Бутерброд мой кошечек. А какой ты бутерброд будешь кушать? С сыром или с колбасой? С колбасой. С колбасой? Тебе понравилось сэндвич делать? Да. Теперь каждое утро папе будешь сэндвич делать? Да. Будешь рано вставать и папе делать сэндвичи, да? И мы сегодня будем спать и делать плиту, шабачку, мишка, зайчик и гусеничку. Во сне, что ли, это все будем делать? Да. Будем спать и это все будем делать? Да. Ну, здорово. Классно. А еще что будем делать? Еще плейдо лепить. Плейдо лепить? И свечки делать. И свечки делать? Да. По плейдо поделить. Потом кусочков маленьких кошечных. Да? И будешь смешивать. Ой, уже запах идет от сэндвича. Уже скоро будет, наверное, готовый. И будешь смешивать, да? Да. Плейдо будешь смешивать? Да. А что ты будешь из плейдо лепить? Динозаврика. Динозаврика кукурузы однотонного зеленого цвета. Однотонного зеленого цвета? Да. Он должен быть зеленого цвета. Зеленого? Динозаврик такой будет, да? Да, зеленый. Зеленый будет динозаврик? Да. А еще должно быть розовым у Джорджа. У Джорджа. Это с какого мультика? Папа что-то запутался. Динозаврик и Джордж. Это свинка Пеппа. А, это свинка Пеппа. Да, друг Джорджа. Друг Джорджа кто? Динозаврик? Да. Свинка Пеппа друг Джорджа. А, свинка Пеппа друг Джорджа. Да. Ну, ясно. И друг Джорджа динозавр. Понятно. Короче, все в этом мультике друзья, да? И друг Пеппа и Мишка Тедди. Мишка Тедди? А да. Это, по-моему, с другого мультика совершенно. Он из кроватки. Из кроватки? Да. Понятно. Ну, мне кажется, уже бутерброды, сэндвичи готовы. Давай, Егор, наверное, отключай. На кнопочку нажимай и доставай, потому что вон уже огонек загорелся. Загорелась. Да, загорелась. Ну все, выключил? Да. Теперь аккуратненько открывай. Да, ты уже пар идет. Аккуратненько открывай. Так. Смотри, какие красивые бутерброды. Какие красивые. Ну, откидывай крышку. Так, вот. Ну и все, теперь аккуратненько бери вилочкой и ножиком помогай и доставай их. На тарелочку. Один бутербродик, один Алис. Сэндвич и другой. Да, один будет Алисе. Так. Папочка, надо их разрезать пополам. Кусочку. Аккуратно, со своей стороны, Егор, ножиком поддевай. Они же склеенные.
Склеены? Ну так и мы же их потом разрежем пополам. Так, это на одну тарелочку. Для няни. Это для Егора, да. И на другую тарелочку. Вот у нас маленькие поварята. На другую тарелочку. Закрывайся сэндвичницу эту, чтобы... Так. Ой. Ну и все, и показывайте теперь, что у вас получилось. Вот получились какие замечательные сэндвичи. Да? Да. Ну что? Ой, у кого-то сэндвич упал. У тебя? Так, где папин сэндвич? Так, Егор, что ты там смотришь? Сэндвич вот с сыром. С сыром? Ясно. А то значит твой с колбасой. Ну что, молодцы, маленькие поварята. Теперь папе будете готовить сэндвичи каждый день с утра, да? Да, пап, я хочу гамбургер. Вы были на канале в гостях у Алисы Егора. Всем пока-пока, да? Пока-пока, подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы Егора. Всем пока.